Республиканский конкурс по краеведению среди школьников «Я знаю Туву, я знаю Россию» проводится для расширения знаний подростков и привлечения к научному творчеству в области географии и смежных отраслей. Работы будут представляться по двум направлениям. Первое направление – команды будут защищать свои домашние задания в формате презентации. Ну и основная часть игры – это непосредственно конкурс по скоростному сбору «Спилскарт». На скорость они должны будут собирать элементы карты. Организаторами являются Кызылское президентское кадетское училище, Тувинское республиканское отделение Русского географического общества, Региональное министерство образования и Тувинский государственный университет. Соучредителем конкурса выступает сенатор России Дина Оюн. Я хочу вам пожелать дальнейших открытий нашей удивительной Тувы, чтобы вы вот этими знаниями и достопримечательности каждого села, и теми людьми, которые внесли вклад в их развитие, и историей делились друг с другом, чтобы вот таких увлеченных юных краеведов было как можно больше. И тогда вот эти фразы, которые мы очень часто говорим, «Я люблю Туву», «Я люблю Россию», чтобы они наполнены были реальным содержанием, нашими знаниями. И тогда эта любовь будет очень действенным. Успехов вам, дорогие! На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступила министр образования Тувы Елена Хардикова. Желаю всем, ребята, победы. В принципе, вы уже победители. Вы прошли отборочный тур, прошли отборочный этап. И я уверена, что те знания, которые вы показали на отборочном этапе, были для вас новые, интересные. Для того, чтобы победить, вы прошли определенные этапы самоподготовки, самообразования. Отборочный этап проходил в онлайн-формате. Победители пригласили на основной этап конкурса, который проходит 24 и 25 ноября на базе КПКУ. Участвуют 16 команд из Кызыла и 8 районов республики. Кахемского, Кызылского, Сутхольского, Тандинского, Тесхемского, Тоджинского, Улхемского и Чахульского районов. В каждой команде по 3 участника – ученики 8 и 10 классов. Мы приготовили проект про чудеса родного края, где мы рассказываем о своем тонжском кажуне. Наш настрой очень хороший, мы хорошо подготовились. Наша учительница тоже нам помогала, поддерживала нас. Мы затрагиваем социальную проблему, которая сейчас на данный момент прогрессирует. И это тема общения родителей с детьми и проблему с пищевым рационом нашей республики. Мы ехали с родителями в Усть-Илагэс, как раз на дороге Кочетово. Мы собирали грибы, узнали много всего про грибов, учителя нам рассказывали про это, и мы составили самостоятельно проект. Отметим, что ребятам предстоит решить 10 заданий, на выполнение которых отводится 2 часа. Задача команды – ответить на вопросы и собрать карту республику, состоящую из фрагментов районов. Айдана Сендинме, Буян Мунгуш, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.